Всем привет, это Бостон. Сегодня мы посмотрим игру топ-2 Бенадетте мира. Хотя, возможно, скоро этот игрок станет топ-1 мира. Идет он на линию с голдой, а боевое заклинание у него кара. У большинства игроков, конечно, не очень хорошо получается играть на этом герое, потому что он достаточно сложный в освоении. Поэтому вдвойне будет интересно посмотреть, как на этом герое играет топ. Как мы поняли, этот герой соло-лайнер, то есть он не играет через лес. А через лес в синей тиме будет играть Линк. В красной же тиме, как хайпер-кор, у нас Хелкард, кстати, имбующий на данный момент. Снизу Халид, а вместо танка красная команда взяла Хильду. По магам у синей команды Вейл, у красной Фаша. Успевает Бенедетта забрать монетку, ее притягивает Минситар. Минситар на самом деле выглядит сейчас слабее Бенедетта, она как-то его очень легко размотала. И из проигрышной ситуации, когда он ее притянул, у нее было меньше хп, она смогла нанести ему намного больше урона, чем Минситар ей. Отправилась на ганг на среднюю линию, находит здесь Хильду. И получается, ее застанет со второго скилла. В итоге First Blood. На всякий случай напоминаю, что если ты блокируешь контроль вторым скиллом, то после его применения ты оглушаешь врага на 1,5 секунды. А третье применение второго скилла Хильды как раз дает контроль. Она не отбросила Бенедетту и поэтому попала в стан. Максимы прежде всего первый скилл и ультимейт. А эмблемы берем эмблемы ассасина с третьим перком. То есть после каждого убийства героя мы будем восстанавливать себе хп и немного увеличивать скорость передвижения. Пока возвращаемся с базы на линию, нас тут ловит Хелкард, но получается уйти автоатакой. Далее продолжаем аккуратно фармить на линии, так как рядом и Хелкард, и Хильда. И если фармить неаккуратно, то нас достаточно легко заберут. Подходит Минситар, использует щит, Бенедетта использовал второй скилл, но почему-то не застанила Минситара, я так и не смог понять, почему она его не застанила. Хотя, по идее, эффект контроля был заблокирован. Ну да ладно, Бенедетта забирает еще одну монетку и идет зачищать крипов, которые еще не дошли до Т3 башни. Но тут подбегает Хелкард, Минситар использует ульту и Бенедетта убивают. После смерти возвращаемся на линию, зачищаем крипов, и можно было бы забрать монетку, но Бенедетта отправляется на мид. Встает в кусты, видит лоу хпшного Хелкарта, прыжок с автоатаки, использует ультимейт и ульта его добивает. Видит здесь небольшой замес, возвращается там лоу хпшная Хильда, но ее убить не так просто, она в кустах стоит, у нее много щита. Атакует Минситара. И отступает. Тут достаточно опасно, Хильда может нанести Бенедетте много урона. Подошел Вейл, подошел Хуфра, и тут уже врагам нужно отступать. Минситар все пытается притянуть ее первым скиллом, но никак не выходит. Станет ее щитом, использует Бенька ульту, использует два рывка и добивает Минситара. Тут еще лоу хпшная Хильда, и Хильду добивает Линк. Максим, естественно, первый скилл. Он наносит больше всего урона. А первым предметом собираем топор кровожадности. Тут есть возможность добить башни, Бенедетта это делает. Остается один на один с Минситаром. Минситар использует ульту. В ультимейте Минситара она, естественно, с ним сражаться не будет. Использует рывок с автоатаки, использует ульту. Минситар станом прерывает ей ультимейт. Приходит Хелкард, она отступает, использует второй скилл. Минситар ее станет, она использует ультимейт, использует первый скилл, использует рывок. Еще один рывок и карой добивает Хелкарда.
Я думаю, это был реванш за прошлый бой. На этот раз Бенедетта идет на нижнюю линию, здесь Хильда. Она стоит одна против двоих теперь, против Бенедетты и против Руби. Подлетает Фаша, но и подошел Хуфра. Хуфра блокирует Фашу, ее убивает Руби. И в итоге убили Фашу. Хотя планировали убить Хильду. Бенедетта подходит к замесу. Убили уже и Руби, и Хуфру. Она прыгает на Фашу. Фаша использует птицу и улетает. Тут уже Хильда, Хелкард. Хильда нас преследует, но Бенедетта уходит на автоатаках и рывках. И, кстати, интересный выбор для второго предмета. Вторым предметом она собирает крылья королевы. То есть защитный предмет, чтобы ее было сложнее убить. Бенедетта пушит линию, пытается ей защитить Хильда. Бенедетта прыгает на нее первым скиллом, отступает вторым. Рывок с автоатаки, бьет ее снова первым скиллом и добивает ее карой. Но это еще не все, на линию подошел Халид. Бенька продолжает пушить. Халид прыгает ультой, не попадает по Бенедетте. Бенедетта использует ульту на Халиде. Халид из нее выходит. Продолжает сражаться с Бенедеттой. У Бенедетты кара уже нету. Но все равно она Халида убивает. Блин, как она убила Халида? Вообще бред какой-то. Он тупо почему-то хилку не успел использовать. Бенедетта пушанула башню. Тут уже идет замес. Линк убивает Хелкарта. Бенедетта прыгает ультой, атакует Фашу. Фаша пытается улететь на птице. Бенедетта летит за ней и добивает Фашу. 7-1-1. Почти собрала уже бесконечную битву. А теперь забирает вражеский синий баф. И снова замес, Бенедетта подходит, использует первый скилл, использует рывок, еще один рывок и отходит зачищать линию. Есть возможность пропушить башню, она это делает. И вот она собирает бесконечную битву. Подходит к замесу, использует рывок с автоатаки, использует первый скилл и добивает Хильду. Кстати, интересная штука, что она очень редко использует второй скилл. Она его старается использовать для отражения контроля и очень редко использует просто для урона. Кстати, из-за такой вот защитной сборки урона Бенедетты достаточно мало, но при этом выживаемость на очень хорошем уровне. Пока Вейл с Хуфрой сдерживает вражескую тьму, Бенедетта с Лингом добивает лорда и идут в контратаку. У Линга получается забрать Хелкарта. У Бенедетты очень мало хп, сработали крылья, и она добивает Минситара.
Плюс здесь еще есть возможность добить Халида, но Халид хилится и его убивает Вейл. Минус Руби. В принципе, получил защитить верх, но сейчас еще пойдет лорд. А Бенедетта собрала щит Афины. Он ей дает еще больше хп и, главное, защиту от Фаши. Теперь Фаше будет очень тяжело пробить Бенедетту. Мне почему-то кажется, что этот игрок немного перестраховывается, хотя игра-то идет на высоком мифике, так что не мне его судить. Но я бы скорее собрал клинок отчаяния вместо щита Афины. Но этот игрок собирает клинок отчаяния последним предметом. Классно, кстати, у него получилось застанить Хелкарта. Хелкарт все же ушел, но минус башня. Лорд уже идет к трону, а в это время Бенедетта забирает красный баф. Бенедетта подошла к правой башне, использовала ульту, отогнала врагов, уничтожила всех крипов и минус еще одна башня. Ну что ж, уже все пропущено. Остается только добить последних крипов. Халид встал в АФК. Он уже смирился с поражением. Хильда пытается что-то защитить, ее убивают. Победа синей тьмы. Вот так играет Бенедетта в соло-лайнера. В принципе, она еще может играть в кора через лес. Но это будет уже совершенно другая катка. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока.